Дорогие друзья, чем же является музыка для меня? Музыка для меня является магией, алхимией, гораздо более фундаментальной системой, чем религия, потому что в музыке невозможно лицемерить и лгать. В религии ты сколько хочешь можешь лгать, лицемерить и стремиться соответствовать тому, что от тебя требует социум. Так же, как и политика, это сплошная ложь, сплетня, лицемерие, театр ненависти и абсурда. Вот, это все оказывает влияние, и человек очень часто транслирует просто социальное влияние, которое он позаимствовал у каких-то людей, выдавая это за свою веру. Музыка же, в отличие от этого, является прямым звучанием души человека. Музыка исходит напрямую из души, которая нематериальна. И в этом смысле мне не нужна религия без музыки. То есть это как выбор между твоим намерением быть лживым, лицемерным, либо быть честным и правдивым, быть искренним. Так вот, в музыке человек, он искренен до конца, как и в поэзии. Вот. А в религии, возможно, сколько угодно лицемерить. Поэтому я выбрал для себя суфизм, как та ветвь ислама, которая содержит в себе ритм, мелодию, ритуал и некую иерархию. Вот. Суфизм действительно себя отграничивает от основной массы верующих, отграничивает себя вот именно по принципу практик, духовных практик и ритуалов, которые не делают остальные мусульмане. Разность музыкальных вкусов, она соответствует тому, что просто души людей разные. Вот, кому-то нравится классика, кому-то фолк, кому-то рок, кому-то металл. Музыка, она является всегда сопровождением жизни человека. Ее невозможно как бы изъять из жизни, как шум деревьев, шум ветра, плеск волн моря, пение птиц, я не знаю. И я во всем этом могу услышать музыку. Или, например, там жужжание двигателей, там гул, я не знаю. Все что угодно, музыка, как, например, в душе дует.